Приветствую вас на моем канале разборов, анонсов, обзоров телепередач, который имеет название «Телеклуб Оксаны Гетман». Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в проекте «Холостяк». А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего. Нас ожидают поездки на верблюдах, купание в бассейнах, страшная квест-комната, салюты, а также, например, финал произойдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Также четыре девочки отправятся в Египет. Там будет дайвинг, плавание и будут прыжки с банджи-джампинга на стадионе, над стадионом. Также в этом сезоне холостяк будет очень много целоваться. Но я уже это не принскринила, и так понятно. А вы мне напишите в комментариях, по вашему мнению, какая девушка достойна победы. А также, кто на этих скринах и что там происходит. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!